В общем, есть у меня в наличии такой уголочек. Сороковочка. Вот. Жена попросила сделать ей парничок для рассады. Сейчас попробуем смастерить.
Вот такой парничок. На быструю руку. Быстренько все чук-чук-чук скрутилось. И жена довольна. Теперь посадит рассаду под него. Накроется пленочкой. В общем, как-то так. Вот уже парничок работает. Рассадка растет. Быстро, аккуратно и доступно.